В 2017 году трудоспособные родители, которые вынуждены не работать, ухаживая за детьми с инвалидностью, будут получать дополнительные выплаты. Какие документы для этого необходимо предоставить родителям и другие подробности нормативного акта далее в сюжете. Сегодня на учете в Госслужбе по социальной защите более 1260 детей с инвалидностью. Ежемесячно их родители получают надбавку к пенсии по уходу за ребенком при наличии медицинского свидетельства, что ребенок нуждается в уходе. В 2017 году, не отменяя старые надбавки, одному из трудоспособных неработающих родителей, которые вынуждены сидеть дома, ухаживая за ребенком, будет также ежемесячно выплачиваться и компенсация в размере 35 рублей. РУМЗП. Эта выплата устанавливается другим законодательным актом, поэтому взаимосвязи отмены одной и другой не предусмотрены. Если же родитель осуществляет уход за двумя детьми с инвалидностью, выплата, соответственно, будет предусмотрена в двойном размере, то есть на каждого ребенка. Денежные средства на финансирование этой статьи уже заложены в проект бюджета на 2017 год. Под трудоспособным неработающим родителем понимается женщина в возрасте от 16 до 55 лет и мужчина в возрасте от 16 до 60 лет, то есть до достижения общеустановленного пенсионного возраста, которые не состоят в трудовых отношениях с работодателем, не занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью и не состоят на учете в качестве безработных в центрах социального страхования и социальной защиты. Родителям, чей статус подходит под данное описание, необходимо обратиться в Центр соцстрахования и соцзащиты по месту жительства с пакетом документов, которые подтверждают этот статус, а также написать заявление с указанием реквизитов, куда будет перечисляться выплата. Наталья Цюк, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский телеканал.